Во-первых, мы, конечно же, рассмотрим симперсинов, которые были в первом или во втором сезоне, я не помню уже. Давно не смотрел. Вот. Здесь у нас, походу, анакондрай, или... Короче, который вот этой кислотой пуляется. Здесь у него даже глаз выбит. Видите? Ну, так он вообще четырехглазый, да? Вот такие вот типа волосы. Вот, клинок есть вот такой вот. Здесь у него еще есть вот такой вот металлический наплечник и всякие ядовитые бомбочки. Потом у нас идет Пайтер, сам Пайтер. По-моему, его там звали Пайтер Пичасмар. По-моему, так. Хвост у него резиновый. Также есть вот такой вот посох с клыками. Вот так он может... Вот так вот. Вот. Голова у него, правда, странная. Я бы сделал другую. Ну так прикольно. У него рот еще такой огромный. Как помните, Патер там глотал людей всех. Вот. Потом идет вот такой вот камень, типа статуэтка. Здесь есть вот такие вот кобры, фиолетовые змеи, и здесь висят нюнчаки молнии. Ой, упала. Ну вот. Ну, мы их рассмотрели. Идем дальше. Так. Дальше у нас идут сыновья Гармадона. Да. Вот. Это мотоцикл. Не помню, как ты там его звали. Он прикидывался маской Зейна. То есть, как бы у него была такая маска, такой шлем. Только белый и типа Зейна. Ну, вы помните, наверное, кто смотрел. Вот. Я вообще не помню, как его зовут. Вот у него есть вот такой красный меч, красный клинок. Вот такие там есть прибамбучки, там рации, еще что-то, цепочки всякие. Вот здесь, кстати, знак Гармадона. А шлем у него с очками ночного видения. И есть вот такой вот мотоцикл с какой-то эмблемой и вот таким вот огромным, ну не огромным, просто мощным двигателем. Здесь даже огонь полыхает. Ну, руль есть. В общем, все, что нужно байкеру. Поехали дальше. Дальше у нас идет ультрафиолет. Здесь, конечно, всего и на бамбучкали. Во-первых, у нее есть вот такой вот именно горный мотоцикл. Здесь еще есть вот такие вот мечи. То есть она может вот так вот. Ну, вы поняли. Здесь также есть эмблема Гармадона. Ну и сама ультрафиолет. Кстати, у нее есть и маска одержимости. Или это маска ненависти? По-моему, ненависти. Вот. У него вот каменная вся броня такая. Здесь, кстати, эмблема Гармадона, но за броней ее не видно. Вот такая маска есть. По-моему, все же это маска ненависти. Ну, если я, конечно, не путаю. Если вы помните, напишите в комментариях. Из оружия у нее есть вот такая вот булава. То есть вот здесь молоток есть с цепью, а на цепи вот такой вот кристалл.
Ну, переходим дальше. Дальше у нас идет. Так. Наверное, вот эта вот штука. Это из 9 сезона. То есть перед вот этими сыновьями Гармадона. Я не помню, как ее зовут, по-моему, Флэш или Флай. Или Ай. Не помню. Вообще не помню я ничего уже. Здесь у нее есть вот такая вот повязка. Вот такая повязка железная. Брекеты. Ранец. Кстати, иракез тоже прикольный. Вот такой джетпак. Джетпак. Крепится на спину. И здесь есть вот такой вот трезубец. Ну, типа... Ну, да, типа трезубца. И также есть вот такой вот камень с мечом мастера кружится. Здесь у него есть вот такие вот крылья. Здесь также кустик какой-то непонятный. Ну, и сам меч. Первого мастера кружится. Ну, именно броня дракона. Вот так. Ну, мы переходим дальше. Ну, вот я немного прибрался здесь на столе. Правда, это не видно. Ну, мы идем дальше. Дальше у нас идет вот такой вот прислужник Асфира. Сейчас. Ну, давай. Вот. У него так особо ничего нет. Просто броня хорошая. Медная. Как это называется? Хописы? Вот эти вот фараонские мечи. Закругленные. Как они называются? Хописы, да? Если я опять же таки ошибаюсь, напишите в комментариях, пожалуйста. Потому что так я вообще шарю, ну, и забыл, как называется вот эта штука. Также у него есть вот такой вот щит медный. Медная броня с вот этими вот змеями. Ну и сама голова. Кстати, глаза у него типа стеклянные. Видите? Типа у него не такие глаза, как у Пайтера. У него именно какие-то стеклянные, типа. Ну, как вот эти вот, как вот этот венок. Ну, так он вообще ничего из себя не представляет. Поэтому мы переходим дальше. Дальше у нас идут вот такая группа. Группа ледяных войск. Первый это у нас лучник. Это замороженный человек именно. А вот это уже льдышка. То есть с прозрачными головами это льдышки. А с вот такими непрозрачными это замороженные люди. Ну и есть вот такой вот арбалет. Наплечник ледяной с шипами, кстати. И вот такой вот шлем. Почти как у Гармадона, только у Гармадона здесь еще была косточка. Вот. Идем дальше. Дальше у нас есть вот такой вот ниндзя. Ледяной ниндзя. Это уже как бы льдышка. Я уже вам говорил. Вот такая шляпа у него есть черная. И вот такой вот порванный плащ. Он весь в дырках. Весь помятый. И вот такие вот ледяные мечи. Прямо реально какой-то ниндзя. Вот еще хвостик. А вот это уже их предводитель. Как бы их командующий, главнокомандующий, командир. Капитан. Типа того. Шлем есть такой. Здесь даже лед есть. Глаз у него заморожен, но есть и другая часть лица, которая не заморожена. Я сделал так, чтобы сделать его более побитым.
То есть он как бы более матерый, чем этот. Потому что у этого тоже есть глаз. Но я хотел сделать так. Типа, это новенький, а это матерый. Вот здесь у него еще есть вот такие вот кристаллы льда на его нагруднике. И вот такой вот ледяной меч. Ну и сам вот этот вот Ханас и Харлс. Я не помню. Честно, я так давно смотрел Ниндзяго, что вообще позабыл все. По-моему, его звали Харас или Хакас. Ну, у него уже броня здесь вся серая, а у него здесь красная. Вот такой вот посох есть с запретным слитком кружицу. Вот. Ну, так из себя ничего не представляет. Дальше у нас идет 13 сезон. А вот это, кстати, был 11, по-моему. Да, 11. Наверное. Возможно, не ошибаюсь. Ну вот. Здесь есть вот такой вот эльф, который, помните, снял кулон с... Точнее, у него уже был кулон мамы Ллойда. Ой, все уже запутался. У него был кулон мамы Коула. Здесь еще у него есть вот такой вот арбалет, который стреляет каким-то камнем. Кстати, он отличается от арбалета первого. То есть вот этот арбалет, он более функциональный, чем этот. Он даже вот так вот стрелять может. Сейчас покажу. А, не видно было. Ну ладно, вы поняли уже. Вот даже доказательство. Вылетело. Вот так. Здесь у него есть еще вот такая вот статуэтка с таким вот кинжалом, мечом. Только странно то, что мама Коула подарила именно мечи с черепами. Это даже как-то жутковато. Здесь НИ и здесь НИ. Здесь еще горят вот такие вот факелы. Ой. Вот вы видите чаши с зелеными, с зеленым огнем. Вот. Это как бы факел. Я продемонстрирую на фигурке. Сейчас. Вот. Вот такая чаша с факелом типа. Так. Переходим дальше. У нас дальше вот такой вот абориген из 14 сезона. Здесь у него есть вот такой вот щит с Годзиллой. Ну да, я называю Годзиллы. На самом деле это Ваджира, но я называю этот рисунок Годзилла. Вот так. Давай же. Вот так. Есть еще вот такое вот копье из костей. Наверное, из кости мамонта. Еще кристаллы вот такие вот всякие, шипы. И шляпа. Он, походу, зубы давно не чистил. Смотрите, какие желтые.
какие-то странные у него зубы. Еще клыки какие-то. Да уж, ну точно абориген. Ну и также у него есть вот такая вот, ну, жетон дракона. Жетон Ваджиры. Ваджиры. Амулет шторма. Да. И переходим к самому последнему. Это к огромному роботу одного из сыновей Гармадона. Ну, вообще, этот робот из Лего-фильма. То есть, Лего-ниндзяго-фильм. У него открывается пасть, и здесь мы можем увидеть забияку в шапке. Он так назывался, я в игру играл, и он там назывался как забияка в шапке. Здесь повязка у него такая, всякие жетончики, прибамбунчики. Жетон тоже какой-то. Здесь вот такая вот пасть с рычагами, с всякими клыками. Здесь тоже какие-то аппараты. Здесь глаз, который крутится. Плавник с акулой. Надпись 16. Я не знаю вообще, что такое 16. Вот здесь лампа на верхушке. Вот так вот. Я лежа его покажу. Также есть еще вот такие плавники, как у пингвина. Двигатели. И еще одни плавники. И гарпуны. Сейчас. Ну так вот, у него здесь есть вот такие вот ракеты. И гарпуны. Ну так-то все. Но не расстраивайтесь, у меня есть еще кое-что для вас. И что же именно я хочу сделать? Собрать Лего Деда Мороза. Ну или Санта-Клауса. Для этого нам понадобится вот такая вот фигурка из Лего Сити. Арктические путешественники. А именно нам понадобится его шапка. Потом нам понадобится голова сенсея Ву. Конечно, очень жалко сенсея, но ничего не жалко. Ради науки. И здесь понадобится его туловище. Кстати, вы можете сделать вот так вот. Будет такой Дед Мороз. Но я все же предпочитаю делать его с головой сенсея Ву. Вот борода его. А где вот? Нет, это не сенсей, вот. Ву. И делаем его шапку. Вот. Вот такой вот у меня получился Дед Мороз. Достаточно крутой. И я сейчас делаю для него посох. Вот такой вот у меня получился Дед Мороз с вот таким вот посохом. Вы не обращайте внимания на вот эту штучку. Да, у меня есть вот такая вот платформа Лего. Кстати, кто хочет, чтобы я так записывала ролики, чтобы все у меня стояли вот на этой платформе? Ставьте лайки. Ну или пишите в комментариях. Чтобы вот так вот все стояли. Да. Ну, на этом все. Кстати, Деда Мороза я слишком поздно показал. Новый год уже давным-давно как прошел. Ну ладно. Ну, на этом все. Всем спасибо и всем пока-пока!